У нас сейчас очень жарко, и мы часто, когда жарко, кушаем такой летний салат из пасты. Это очень популярно здесь, в Италии. Так, у нас здесь фарфалле, вот такая паста в виде бабочек. И в этот салат мы добавляем помидоры. Здесь у меня тунец. Две баночки тунца в оливковом масле. Мало его, но для салата очень хорошо подходит. Тунец в оливковом масле, короче, переводится. И еще мы добавляем оливочки, немного зеленых и немного вот таких фиолетовых. Оливинери ди Гаэта. Тоже вкусный, пикантный. Иногда только черный. В общем, это тут не важно. Короче, немного оливок, помидорки, тунец. Паста, ее отвариваешь и потом холодной водой немного обдаешь, чтобы она остыла и не склеивалась. И для салата отлично. И немного базилика. Ну, орегано, как всегда, по вкусу, соль. В общем, ничего необычного, а самый обычный летний салат с пастой. Итальянский, очень популярен здесь. В жару отлично. Вот такой салат. Сейчас еще добавлю базилик и будем уже кушать.